9 мая в 10 часов перед зданием областного акимата начнется молодежный флешмоб «Мы не забудем славную победу». В этом флешмобе примут участие студенты вузов, учащиеся СУЗов и средних школ города. Молодежный флешмоб начнется с театрализации и танцевальной композиции на тему «Мирное небо 41-го», «Война», «Алия Молдагулова», «Независимый Казахстан». В этом театрализованном представлении примут более 1000 человек, то есть это танцевальные коллективы города.